темнокожие люди жили себе, так сказать, в Африке не тужили, да? Потом в какое-то время пришли белые люди, сказали, о, из них они, смотри, классные, сильные ребята, но тупые. Вот, давайте мы их в рабы возьмем, да? Вот, взяли, так сказать, их в Америку, начали их, так сказать, там транспортировать. Сначала они жили ужасно там на этих плантациях Флориды и так далее. Вот потом глядишь, раз, и теперь уже их потомки, они уже там звезды, все черные звезды, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Барак Обама, все, они уже в дамки вышли, так сказать, наверх. Теперь они уже правят миром, понимаете, вот, так сказать. Хотя где-то генетически, может быть, все-таки мозги там в Африке и остались, понимаете. Вот, то есть чего-то явно не хватает, может быть, не нужно таким людям править миром. Вот. Но вот эти вот... сказать, технологии и все эти искусственные вещи, они проникают по-прежнему в мозги, вот, и это формирует вот такие вот ложные ценности.